Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о настольной игре «Кварта». Обычно в настольных играх соперники берут из личного запаса фигуру и в свой ход размещают ее на поле. Но не в «Кварта». В «Кварта» в свой ход игрок берет фигуру и отдает ее сопернику, который в свою очередь выставляет ее на игровое поле. Внутри коробки стандартного размера вы найдете мешочек с деревянными фигурками, правила игры и квадратное игровое поле. В игре используется 16 различных фигур. Каждая фигура имеет 4 признака. Круглая – квадратная, высокая – низкая, светлая – темная, с выемкой и без выемки. Игровое поле разбито на 16 кружков, расположенных в виде квадрата со стороной в 4 круга. В каждом кружке может размещаться только одна фигура. Расположите игровое поле в центре стола. Неподалеку расставьте фигуры. Фигуры в этой игре общие. Оппоненты ходят по очереди. В свой ход необходимо взять фигуру и передать ее сопернику. Он, в свою очередь, выставляет ее на игровое поле. Затем роли меняются. Соперник берет фигуру, отдает ее вам, а вы выставляете ее на игровое поле в любое место. Напоминаю, что фигуры общие, и игрок может выбрать любую фигуру, как темную, так и светлую. Для победы в игре необходимо составить ряд из 4 фигур, совпадающих по одному общему признаку. В данном случае все 4 фигуры совпадают по цвету. Составив ряд, игрок говорит «кварта» и побеждает в игре. Если игрок не заметил образовавшийся ряд с общим признаком и дает сопернику фигуру, то соперник, в свою очередь, может показать на ряд и крикнуть «кварта». Тогда он немедленно выигрывает партию. Если все фигурки использованы, но никто из игроков не образовал ряд с общим признаком или до конца партии не заметил образовавшийся ряд, игра заканчивается ничьей. «Кварта» — это абстрактная игра для поклонников тактических решений и продуманных действий на игровом поле. Столь оригинальных правил, пожалуй, не встречалось ни в одной настольной игре. Продумывать свои действия необходимо минимум на 2 хода вперед, так как именно вы передадите сопернику фигуру, при помощи которой он либо проиграет, либо выиграет, в зависимости от ситуации. В магазине «Игровед» представлено несколько вариантов данной игры. «Кварта» выпускается в 3 вариантах исполнения – стандартная версия, версия мини и дорожная версия. Стандартная версия и версия мини изготовлены из дерева и отличаются только размерами. В мини-версии и в стандартной версии фигурки хранятся в мешочках, а сами игры – в картонных коробках. Дорожная версия изготовлена из пластмассы, игровое поле складное, а фигурки хранятся в выдвижных контейнерах, расположенных под игровым полем. Ячейки игрового поля сконструированы особым образом, а фигурка с обратной стороны имеет отверстие. Фигурка, установленная на игровое поле, не боится встрясок, поэтому вы можете играть даже на весу. Размер стандартного игрового поля 260 на 260 мм. Версии мини 170 на 170 мм. Размер дорожной версии в сложенном состоянии 180 на 90 мм. «Кварта», на мой взгляд, одна из лучших абстрактных тактических игр. Теперь вы можете выбрать любой вариант исполнения и насладиться игрой как дома, так и в дороге.